Ну все правильно ты понял, мы приехали на Эльбрус. Сегодня катаем с Федей и с Миной. Вот, погода обещала быть хорошей, но наверху пока пасмурно, может быть, распогодится. Пока так, буду держать в курсе. Короче, пока Федя там базу ставит для Ясмины, я решил катнуть один с мусочкой в наушнике. Погода, огонь, солнце пробивается и рельеф видно, при этом падает снежок. Мне прям очень нравится такая погода, люблю так катать. Все. Короче, вот это кафе на вот этой высоте, оно одно из первых. То есть оно сейчас советских времен, там 70-е годы. Ну, 70-е, там конец уже точно было. Вот, может быть, раньше. И если посмотреть, короче, старые советские фотки про горнолыжку, короче, вот прям модно было сидеть вот тут вот, короче, перед камином. Такие фотки сейчас черно-белые, старые, прикольные. Все, решили с Федей закончить эту дрочильню между Горобаши и Миром и катнуть по альтернативной закрытой трассе. Здесь и пухляк можно словить, и возвращаться на трассу придется пешком и вверх. Ага. Сейчас еще покажу, просто вау!